16 тысяч заболевших, из них более 14 тысяч выздоровели. Многие находятся пока в больницах и лечатся на дому. Такова оперативная сводка сегодняшнего дня. О напряженной работе, которая стала уже нормой, о взаимопомощи и чувстве благодарности. Говорили сегодня на встрече с руководителями ковидных отделений заместитель председателя Кабинета министров Алла Салаева и министр здравоохранения Владимир Степанов. Цифры и факты, ставшие обыденностью. Нагрузка на врачей в этом году выросла в разы. В кратчайшие сроки им пришлось мобилизовать кадровые ресурсы, средства и силы. Интенсивность работы скорой – 130 специальных бригад, более 400 единиц автомобилей. Количество вызовов увеличилось в пятикратном размере. Особая сложность была в том, что вначале никто не знал, насколько опасен вирус и как с ним бороться. Статус ковид-госпиталей получала одна за другой городские и районные больницы. Более 2000 медицинских работников были задействованы, они продолжают свою работу на сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией. В течение всего этого времени развернуто более 3000 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19, а это практически более 30% всего коечного фонда Чувашской Республики. И мы прекрасно понимаем, что перепрофилируя, значит, отделение стационара, оказывающее плановую стационарную помощь под ковидные койки, тем самым есть риски, и они имеются на сегодняшний день. Это ограничение плановой помощи. Но тем не менее, все маршруты были перестроены. Соответственно, те пациенты, которые нуждались в оказании специализированной медицинской помощи, были переориентированы, перенаправлены в другие учреждения, где и получали эту помощь. Врачи приняли вызов и быстро переориентировались. У них появились бесценные помощники. За этот период пролечено практически 3000 пациентов. Это достаточно большая цифра. И только бы силами врачей мы, наверное, бы не справились. Потому что большую роль и помощь нам оказывают волонтеры-медики, которые не только сидят в колл-центре, разносят медикаменты амбулаторным пациентам, но в то же время помогают врачам на приеме, оформляя медицинскую документацию, давая рекомендации под руководством непосредственно наших докторов. Надо было срочно решать вопросы по протоколу лечения, организовать бесперебойную поставку лекарств и необходимого оборудования. В борьбе с опасной инфекцией участвует более 2000 работников. Сейчас обстановка немного стабилизировалась. Госпиталя, они все уже оснащены необходимым оборудованием. Это и дыхательное оборудование, и мониторы слежения, средства индивидуальной защиты, и самое главное, лекарственными препаратами. И можем сказать, что на ближайшие праздники и ближайшие месяцы сформированы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Ну, тяжелые больные есть, но мы по сравнению с уходящей неделей имеем уже относительную стабилизацию. По ВКС-связи во встрече приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Специалисты подчеркнули, работа выстроена так, что смогли оказывать даже плановую помощь. Особенно всех тронула акция «Спасибо, родные доктора». Безусловно, еще раз поблагодарить врачей в лице главных врачей, но также озвучить те вопросы, над которыми нам необходимо усилиться и в выходные дни, и в праздничные, и также с краткосрочным посылом на январь, февраль. Общественная поддержка, как немедицинская помощь медикам, больницам, медицинским организациям, которую мы видим, которую мы получаем буквально, если можно так выразить, со всех сторон. Такой мощный вал поддержки, он в хорошем смысле этого слова изумляет и очень поддерживает, вдохновляет на дальнейшую борьбу с коронавирусной инфекцией. В общем-то, и мотивирует работать, работать и работать. Каждая их смена – вызов их опыту, профессионализму, выносливости и, наверное, человечности. Врачи уверены, что вместе можно справиться с любой бедой. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошеин, Александр Атяков, Республика.